архонты опечалятся, возопив из-за их смерти. Ангелы опечалятся из-за их людей, и демоны восплачут о своих временах. И люди опечалятся и возопят из-за их смерти. Тогда и он начнет рушиться, и они задрожат. Его цари опьянеют от огненного меча и будут биться друг с другом. Так что земля опьянеет от пролитой крови, и моря содрогнутся от тех битв. Тогда солнце потемнеет, и луна погасит свой свет. Звезды неба изменят свой бег, и великий гром выйдет из великой силы, которая над всеми силами хаоса. Вместе, где небосвод жены. Сотворив первую работу, она снимет мудрое пламя рассудка. Она наденет гнев безумный. Тогда она прогонит богов хаоса, тех, которых она сотворила вместе с родоначальником. Она бросит их в бездну. Они будут стерты своей неправедностью, ибо они будут как горы огнедышащие и пожрут друг друга, пока не будут уничтожены родоначальником. Когда он уничтожит их, он обратится против самого себя и уничтожит себя, так что он исчезнет. И небеса упадут друг на друга, и силы сгорят. И оны будут опрокинуты, и небо упадет, и расколется пополам. Thank you.
Thank you.